Привет, дорогие мои! Ну что, сегодня показываю, как и обещала, лимфодренажный массаж лица и кожи головы с помощью перкуссионного массажера от Олзери. Принцип действия перкуссионного массажера, технические характеристики вот этого перкуссионного массажера я все давала в предыдущем видео, в котором делилась своими приобретениями на маркетплейсах, потому что этот гаджет я приобрела на одном из маркетплейсов. Смотрите, перкуссионных массажеров много, но Олзери он выделяется тем, что в отличие от других, этим массажером можно делать массаж не только тела, но и лица, и кожи головы. Да, сейчас, на данный момент, это, пожалуй, единственный массажер на рынке, который предназначен для этих целей. Я не буду заострять ваше внимание сейчас на комплектации. Опять же, все это было в предыдущем видео. Видите, да, массажер, он в форме пистолета. Все перкуссионные массажеры, они, как правило, выполнены, видите, в такой форме пистолета. И 5 насадочек, и 2 из которых исключительно для применения на голове и на лице, которые сегодня я и буду задействовать. Так, и первое, наверное, сегодня я вам покажу, что это как я работаю на голове с волосами. Вот используется специально вот такая насадочка в виде щеточки, она очень мягкая, приятная такая и вставляется элементарно, как я уже вам говорила. Здесь можно выбрать скорости, силу, мощность воздействия. Ведь перкуссионный массажер, он за счет чего работает? За счет вот такого поступательного движения. Это как постукивание, знаете, да, техника постукивания. Это в восточных практиках очень распространенная техника оздоровления. И вот перкуссия, это же с латинского именно постукивание. И вот именно мощность, она зависит от скорости, от частоты. Значит, здесь опять же каждый выбирает соответственно своей чувствительности, своим предпочтениям. Я обычно работаю на средней мощности. Вот. И еще раз говорю, провожу я такой массаж, массаж именно кожи головы один раз в день вечером, ну ближе уже, так сказать, ко сну. Массаж можно проводить как по сухой коже головы, это тоже очень приятное дает ощущение расслабления, улучшение кровообращения в коже головы. Но я бы рекомендовала использовать с каким-нибудь уходовым продуктом в зависимости от проблем ваших текущих и насущных. А проблем с волосами я знаю много. Особенно с возрастом они множатся. Да? Даже гормональная перестройка у нас у женщин, она не проходит бесследно для волос. У кого-то начинается очень активное выпадение, у кого-то поредение волос, у кого-то ухудшение качества волос. Ну, конечно же, хочется вернуть красоту, былую красоту своей шевелюре. Вот, и поэтому дополнительные средства, они не будут лишними. Я уже, кстати, вот сейчас второй месяц, вторую бутылочку вот использую бренд американский «Харизма» и такой лосьон «Deca Hair». Действительно, слушайте, я вижу результат. Вот у меня волосы просто преобразились. Они у меня, во-первых, стали более плотными, появился объем. Они у меня виться начали опять, потому что, причем серьезно так виться. Качество волос меняется на глазах. Это действительно уникально. Я пока не видела аналогов вот этому лосьону на рынке, потому что здесь, конечно, прежде всего потрясающий состав. Я не буду сейчас долго говорить о составе, я вам оставлю ссылку. Все есть в открытом доступе, почитайте более внимательно, состав действительно уникальный. Кому подходит, вот, кому подойдет этот лосьон? Ну, прежде всего, при активном выпадении волос он очень быстро остановит его. Также он подойдет для активации роста волос тем, кто столкнулся с поредением, ну, или хочет быстро отрастить здоровые волосы. Вот этот лосьон Deca Hair подходит как женщинам, так и мужчинам. Дает действительно длительный такой терапевтический эффект, и поэтому, в общем-то, является таким уникальным средством ухода. Он укрепляет корни волос, улучшает питание корней, увеличивает защиту корней от вредных факторов. Ну и, как я уже сказала, даже увеличивает прикорневой объем, волосы растут более плотными. Лосьон не содержит гормонов и подобных веществ, не вызывает аллергии, каких-то других побочных эффектов. И я знаю, что он рекомендуется ведущими врачами-трихологами. А еще я хочу сказать, что он очень приятно пахнет и не жирнит волосы. Поэтому я, используя этот лосьон, мою волосы в обычном режиме. Главное, не смывать его 8 часов после нанесения. Я применяю этот лосьон именно в целях профилактики, но в целях терапии, если, допустим, какое-то действительно идет активное выпадение волос, его рекомендуют применять дважды в день. И количество нанесения здесь зависит от области, так сказать, от площади, на которую вы будете наносить. Я наношу именно вот, вот в верхней части головы, в районе пробора, поэтому мне хватает, в принципе, полпипетки. Здесь, видите, очень удобная упаковочка, вот такая, с пипеточкой.
Если наносить на всю, так сказать, голову, то, ну, пипетка, две пипетки зависит от, так сказать, размера головы. Я приобретала на официальном сайте, ну, потому что, в общем, знаете, так надежнее. И у них, кстати, акция, я вам оставлю промокод, и получите еще даже неплохую скидку. Вот, так что присмотритесь, я могу вам от души его порекомендовать. Ну, я просто вижу на себе эффект от применения этого лосьона. Ну, и, собственно, сейчас я покажу, как я это делаю. Смотрите, я набираю вот это средство в пипеточку и по пробору наношу вот таким образом, именно вот в этой части, как я вам уже сказала, данный лосьончик. Потому что у меня вот, не могу сказать, что у меня прямо сильно где-то они выпадают, но вот, вот эти области вот здесь как залысины такие возрастные, они у меня уже тоже есть, и хочется сделать их поменьше. Все, я нанесла. И теперь я уже начинаю работать вот этим массажером. Я включаю, как я уже сказала, среднюю мощность. Сейчас он у меня заработает. Вот видите? Видите, вот такие поступательные движения идут. И вот таким образом просто я прохожусь. А вот эта щеточка, она все делает за меня. Ощущения невероятно приятные, девочки, правда. Убиваю двух зайцев. И расслабляю, и оздоравливаю кожу головы. Улучшаю состояние волос. Улучшаю настроение, потому что этот массажер, он прекрасно расслабляет, еще раз говорю. Он такой, знаете, какое-то состояние релакса возникает. Вот таким образом. Все. Буквально, я говорю, ну минутки три у меня занимает вся эта история. И потом я завершаю и ложусь спать. Все. Лосьон работает. Я расслабленная, настроение прекрасное. Так, ну и дальше я вам уже покажу, как я делаю лимфодренажный массаж лица с помощью вот такой маленькой насадочки. Это мягкая пневмонасадка. Собственно, как предыдущая, эта насадка сделала этот массажер уникальным. Да, потому что им можно, еще раз повторюсь, работать как на лице, так и на теле, в отличие от других перкуссионных массажеров. Любой лимфодренажный массаж, вообще, чем он хорош? Он гонит лимфу, он гонит жидкость, уходят отеки. Понимаете, становится лицо более ярко выраженное, очерченное, овал. То есть уходят вот эти провисания, цвет лица улучшается. Вот. Но любой лимфодренажный массаж у нас начинается с области груди, с проработки лимфоузлов. Я вам покажу, как можно это сделать, подготовить лимфоузлы именно ручным массажем. Это не займет много времени, но, по крайней мере, это будет безопасно для вас. Для того, чтобы провести, да, я наношу крем, можно нанести любой ваш уходовый продукт, пожалуйста, можно маслице, кому как нравится. Вот, и начинаем мы работать именно с области груди. Начинаем мы с подмышечных лимфоузлов, вот здесь. Работаем такими помпажными движениями, то есть вот такими как промакивающими движениями. Вот. Движения должны быть мягкие, не должно быть ни в коем случае больно. Не надо себя давить прямо изо всех сил, ни в коем случае, девочки. Делаем очень аккуратно, деликатно. Можно пройтись вот пальчиками сначала с одной стороны, потом с другой стороны. По 10 раз делаем. Можно делать одновременно, пожалуйста, двумя ручками, как вам удобно. Вот такими помпажными, мягкими движениями мы прорабатываем вот эти лимфоузлы. Так, далее мы переходим к подключичным лимфоузлам. Они расположены, соответственно, под ключицей. Вот так сделайте. Вот видите, ключица. Все, что ниже, это подключичные. Все, что выше, вот здесь в выемке, да, расположены надключичные лимфоузлы. Прорабатываем и те, и другие, но сейчас подключичные. Вот опять же такими мягкими движениями от центра к периферии по 10 раз вот так прорабатываем подключичные лимфоузлы. Проработали подключичные, переходим к надключичным. Вот ставим буквально пальчики вот сюда, вот в такую вот эту ямочку нашу,
И опять же, вот такими помпажными движениями проходим. 10 раз. Если неудобно двумя руками сразу же, можно как-то делать, я не знаю, ну, приспособитесь, как вам будет удобно. И остались у нас еще подчелюстные и околоушные. Делаем вилочку, очень просто, вот так вот ставим. И массируем вот эту область, тем самым мы захватываем, как бы, вот видите, несколько групп лимфоузлов. Тоже проходим 10 раз. Можно еще ручками вот так вот заднюю поверхность шеи немножко пройти, да, как бы тоже согнать. Очень приятное ощущение. Вот буквально несколько секунд движение сверху вниз. Все, и после этого уже можно приступать к массажу, лимфодренажному массажу лица. Работаем по массажным линиям, ничего абсолютно сложного, очень приятно. Работаем на очищенное, естественно, лицо. Можно нанести, лично я наношу свой уход, ну, обычно это сыворотка, и работаю по ней. Все, работаем от центра, проходим вот такими движениями к периферии, вот сюда, да, отводим. Опять же, сильно мы ничего не нажимаем, девочки, должно быть комфортно. Массажер все сделает, вы не переживайте. И, кстати, тоже вот такой нюанс, когда будете проходить вот здесь, именно область, где челюсть, разомкните зубы, чтобы не было никаких там повреждений, чтобы они были немножко у вас разомкнуты, челюсти. Далее отдельно прорабатываем вот эту зону. Также рекомендую именно для расслабления вот этой жевательной нашей мышцы, которая тоже, когда спазмирована, она у всех, как правило, спазмирована, все тут деформирует, все тянет, и брыли, и носогубки, и все это тоже на нее завязано. Приоткрываем рот, и именно точечно, да, вот вы находите эту точечку и буквально несколько секунд вот такими круговыми движениями массируете. Также можно немножко пройтись аккуратно носик, да, чтобы даже лишнюю жидкость вот эту вот согнать. И все. Я говорю, этот массаж у меня занимает, ну, не больше 5 минут. Потом таким движением просто ручками помогаем немножко, да, вот, чтобы у нас вся эта жидкость правильно ушла. Вот. Ощущения очень приятные на самом деле после этого массажа. Через какое-то время даже оно, лицо у меня розовеет. Ну вот, показала я вам, слушайте, очень, я сейчас сижу такая прям вся умиротворенная после этого массажа, мне очень нравится. И в то же время он, знаете, такой бодрящий, вот, и поэтому я его делаю с утра. Так что вот смотрите, здорово, что сейчас вообще появляются такие приспособления, которые облегчают нам действительно уход за собой, делают его более качественным, более эффективным. Такие средства, вот. Поэтому, девочки, надеюсь, для большинства из вас информация сегодняшнего видео будет полезна. Обязательно присмотритесь вот к этому и массажеру, и к лосьону. Классные штуки. В общем, понимаете, я вам рекомендую то, что использую сама и от чего вижу сама результат. Короче, а результатом я довольна. Все, все ссылочки, как всегда, оставлю под видео. Спасибо, что посмотрели. Всем желаю, конечно же, красоты, здоровья, берегите себя. Ну и прощаюсь с вами, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.